61 человек принимает удел у конкурса «Майстерство молодых рабочих». Он пройдет в субботу. Пляцовкой для его проведения этим разом будет Могилев «Лифтмаш». Токары, фрезеровщики, слесары, инструментальщики, электрозварщики и машинисты мостового крана. Это представники 23 организаций Могилева, Бобруйская, Костюкович, Крычева и Осипович. Усіх их чекает практичный этап и теоретичная проверка ведов. Нагадаем, конкурсы профмайстерства молодых рабочих отродились 9 годов тому. Проект областного объединения профсоюзов был реализован при поддержке уладов. С каждым годом он набывает все больше удельников. За 8 год основания конкурса своей силы у профессии поспробовали больше за 300 человек. Плясовками для его проведения становится ведущая вытворчасти Могилева и Бобруйска. Удельники минулых конкурсов поспели переконаться у тем, что для молодого работника перемога на таких споборництвах не только махчимость дальнейшего росту и материальное захвочивание, это лепшая рекомендация для наймальника.